¿Y qué va? Junior. Виноградники, там, не знаю, кроты, значит, разведчики, или там, не знаю, шляпа Кадырова, ну что такое? Что такое? Смотрите на меня будет. Смотри свою бабу. Окей, а то ревно буду. Ты дух говорит о очереди. Понятно, уверен, что наемник. Знаете, как я определяю? Первое, никто не реагирует, если я так как странно выражаю. Второе. А что такое во мне? Подташенка. Мне больше 50 костюм. Типа того, еще особенного. А, так что, кстати, дети грязи, то есть, ваши дворы, короче, разберемся, что там за базар. Вот. А вот наемник, статья. Окей. Вот, а ну вот смотри, статья. Да, вот, человек, сразу у него лишки два, что будет. Где у лишки, да, окей, два.
А что ты так? Там было право. Интересно, был ли матч? Это нет, или другое? Да. Ну, честно, как разговор, значит, я все уже забыл. Вот уровень, чтобы победить, это было. Я просто вывезу из обувь к русским властям. Соответственно, говорят, я вообще не скажу. Нет. Дыра, о, дыры, дыра, да. Значит, кримену, а сон, сон, ми. Сейчас мы его хвармили, быстро вернемся. О, я сон, кикиди, а сон, сон, ми, сон, сон, ми. Вот встреча. Вот вы сидели, как репрезентейшн, мы можем сказать, мы замерили, как кикиди. You do not have camera. You do not have reputation. А нет, а вот нечаянно правда много, а другие тоже не умеют. Как я знаю, посольство были эффективные, вот это все, да, а здесь посольство вообще не существовало. И через Галат обзывать своем посольстве, как я помню, в Галате, представитель кто-то говорит, да есть задачки, значит, а поэтому у вас проблемы с Галате, вы не можете с ними поссориться как следует. Потому что они вам сделали одолжение. Понятно. Вам сделали одолжение, когда вы не можете себе относиться к культуре. То есть это будет даже не иначе. Понятно? Вот вы еще кто прикишет, смотрите, у вас ты выиграете за одной стадии, вы будете это гасить. Вы это гасить. Я, естественно, здесь по поводу типа заложен. То есть вас здесь же, вот моя братья. Я на самом деле. Вот он, Авито, Сурешарий, Жигуточка, Кирпижан. Я сразу скажу, вы не помогали, у меня не дура. Я говорю, да ты, вот вы мне тут так знаете. Я говорю, ну я вады с пике, но я говорю, это мы если это не я. Ну я тоже могу это пике сделать, одно другое. Значит, мы будем гасить двойные стандарты, либо уходить. Мишка будет. А вы сейчас не знаю, почему не надо просто. Why are they saying, I'm not fighting, I'm not fighting. Какой автомат, она попросила. Авива, а это было вижу. Когда звук из того не сил, начала говорить о Авиве. Матери Шерпа. А да, это уже Шерпа. Ну, вы можете. Понятно? То есть я так понимаю, я не знаю, что вы видите. Почему наехала? Что за базар такой, значит? Это уж ковидаш нет, а чечейши нет, это нас. Сейчас, быстро, уйдем. Как бы парень, что говорит, да это уйдет. Нихуя. Когда я работаю с полной силой, да, правда, я не экономлю силы. Работаю то ли по-американски, то ли по-русски. И пошла отходиться характер, между прочим. Мы не рошим, как все. О, оптилент. Не получается, по голландской фактуре. Не получается. Ты продаешь на вот это, что это не получится. Но теоремость, и нужно, значит, отвалить такое. Это как фактор. Вот Арина, в One of the Things, титул, это сценарий, да. Сценарий, это не хороший сценарий. Сценарий. Если надо, поставлю медленно или быстро, да, это на точку. А потом только медленно не пользуется. Пробую голову делать. Что за дела? People are treated quite a seven me. А ты город, ты, значит, он на джейн. Видите, как это ума, хотя бы не делать это на плавание или вверху. To express the prices, what am I doing here? Ага, five people. А вот адрес типа штит щит, будет бы вот посыл, и не убит человека, и не заметил. А нет, это было плохо, что все сейчас на свете. Люди отворачивают друг от друга, как при Сталине, а что-то западный менталитет. А тут театр мне ломать не надо. Мне кто-то с удивлением смотрит, я как-то странно где-то стою, какого-то баля платил, пока еще не баля, блядь. Я сейчас одену бальное платье, прицелю во имя Израиля. А также во имя России я его одену специально. Я же уезжала.
чтобы отучить, блядь, корректировать мои имидж, я так называемый, который, блядь, еще оплатил отдельно. Базар, что ли? Давайте базарить. Опять базар оплати. Одновременно пиздю, блядь. Я же делал совсем старенькое. Совсем уже, ёб твою мать. Растет ты плотинка на 4 раза ниже больше. Фуртовый 3D ход, окей. Значит, до дресса обещают, значит, фуртовый выпадение, еще раз. Типа, карт, типа, значит, будет ордер. Тут каплый дни, а по-русски будет закаплисать. Я не понимаю, перегонок. Реалон еще раз. Я работаю кроваво, понятно? Я работаю вот именно с солдатки и военными техниками. Пусть это песня, пусть это песня, пусть это песня. Я смотрю, что голова могут, 50 попыток, если не могут, то поздравляйте меня, поздравляйте меня. А что вы раз, не серьезно поздравляйте меня. Вот как я сама забыла. Однако пошуршало, что-то такое еще в этом душе. А я одна... Оверкодер, вот это вот. Это Оли Рашид, вот, ты кидмет мне, да? Это инсайзинг кондишн, значит, то гуэл мне, то сайкадрин, ты это спеши, я был дэйч. Это вот это все мое память. Давай вообще. Значит, ты кидмет, да? Вот это лето, блядь, мы на двери, а тут, это гуэл. А нет, не мёртвые. Не методы, мы вас лечить. А как вы не решите, я для психички навредил вас. А автодитер был сайкадрию болеть. Может, толпота, душа папа, вычет, так как я не знаю. А вы не толпу, кто же вы все, вы не видите. Вы же выйдете, было что-то понятно. Это все будет пиратское, значит, чеченский спитер, понятно? А ты был. Ты пипал вас все. Виски было, да, ныне, вот именно Холокост, значит, дети же, все вот, мы, отсюда, и видите, мы, реалити, да, реалити, вот ведущие, поэт, чего? Сейчас я сфотографирую, к тому делу. И принципал маслин, фермити, у них такой, знаете, истеблишмент, значит, знаете, достаточно сильно, чтобы провалить сейчас к американскому посольству, видишь, а у меня тени, но шляпа у меня есть. Его экскурсию, да, встречайте, категории, которые мы вам решили, которые мы решили, а за меня, блядь, решать не надо. Она на вегетаражу платит, без какого-то, без какого-то. Так же говорит, опять слишком красиво. А вам нужно очень яма выражающая принесли, а вы меня просто считали. Другое. Не волнуйтесь, еще три другие платья. Значит, я буду работать либо в своих, значит, принципах, или на полную катушку. Где ты скажи, либо я буду работать. Понятно? Говорю всем. Значит, вы тату корректности, тату эфорсия всем. Нет, еще раз. Ты мне до пяти крыш выглядит сайт пойдет. Значит, второй стоит крыш, который меня не устраивает. Не устраивает.